И в завершении выпуска традиционная рубрика «Свободный микрофон». В этот раз наш корреспондент Анна Троян узнала у люберчан, а где они предпочитают проводить лето. Лето – это солнце, море фруктов и пора курортного отдыха. Однако, по данным ЦИОМ, большинство россиян в этом году никуда не поедут. Так ли это на самом деле и какой он отпуск мечты? Давайте спросим у люберчан. На дачу. Где у вас дача? Под Егорьевском. Что вы там делаете? Грибы собираю, рыбу ловлю. Едем в Хорватию. Что там? Какой досуг? У нас друзья там, дома друзей на море, поэтому, наверное, просто спать, отдыхать. А самое прекрасное место, куда еще поехать? Ну куда, расскажите. В Москве, вот. А что вы здесь делаете? Какой досуг у вас? Любуюсь. В этом году никак, я работаю. Мы уже были в отпуске. Где были, расскажите. Ну, к сожалению, дома были, дома отдыхали. Нет возможности куда-то было поехать. А досуг как проводите обычно? Ну, обычно по паркам гуляем, ходим на разные мероприятия, на выставочные центры. Никуда, я думаю, здесь останусь, поработаю немного. А кроме работы, какой досуг? Игры компьютерные, наверное. А я завтра уже в Италию. Куда именно? В Неаполь. Расскажите, какой вас отдых ждет? Экскурсии. Это была ваша мечта? Да, мечта, конечно. Работать буду. Ну, вот в августе в Таиланд полечу. Что там будет? Какой именно вид отдыха? Песочный пляж, голубой океан. А морская еда вкусная? О, кальмары, осьминоги. Из Саратова приехала, отдыхаю, работаю медсестрой и прекрасно наслаждаюсь видом прекрасной дочери и вашего прекрасного города. Мы уже в отпуске. Расскажите, что делаете в отпуске? Вот с вами встретились. А до этого? А до этого с другими встретились. То есть вы отпуск проводите вот во встречах, да? Ну, конечно. Я буду работать. А какие мечты? Вот как бы хотелось провести идеальный отпуск? Съездить куда-нибудь за границу, посмотреть что-нибудь, мир посмотреть. Ну, например? Ну, я бы в Европу съездил бы. Ну, просто ради интереса, ради общего кругозора. Ну, я бы, наверное, бы хотел побывать в нескольких странах, теплых где-нибудь. Турция, Египет, может быть, даже Индонезия. Посмотреть достопримечательности, всякие такие. На аквапарки знаменитые посетить. И обязательно Диснейленд. День в Доминикане нормально, я думаю. Я бы куда-нибудь за границу. Куда именно? В Европу, Америку. Вообще путешествие – это всегда удовольствие, это всегда радость. Европа, Азия, Центральная Россия – это, конечно, хорошо. Однако далеко не все люберчане смогут в этом году отправиться за границу. Но это не главное. Самое важное – провести свой отпуск с пользой. Анна Троян, Александр Дегурко. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.